Вечер добрый всем. Вы на канале Family Buzz с красивыми девушками. Незамужние. Так, на всякий случай вам говорят. Значит, идемте сегодня. Сегодня будет выпускной у Полины. Все сегодня красивые. Что мы делаем дальше? Нас будут... Идем за Полиной или как? Окей, идем за Полиной. Значит, если кто не знает, мы находимся в Victory Christian School. Сегодня у них типа выпускного. Какая-то игра там будет. Я так понимаю, Филипп будет играть, наверное. Что, серьезно? Давайте я вас сниму. Нас? А зачем нас? Посмотрите, какие мы сегодня красавчики. Все. Поздно, друзья. Красавчики. Что, идем? Цветы держать? Держи, да. Пока. А вы стойте. Ты нас приведешь? Так, ну и перед тем, как мы будем там выводить с Полиной идти прогуливать. Эмоции просто зашкаливают. Местная команда выигрывает. Это 30-22. В общем, вы все слышали. Я вовремя камеру включил. Первая часть закончена, да? Половина игры закончена. Наши выиграли, да? А это что, дети будут делать? В общем, мы попали на баскетбольную игру в американскую школу. Вот она, в реальности, вот так все выглядит. Что дети будут делать? Играть тоже будут, конечно, да? Чтобы проходило время, просто стиль шоу. Entertainment. Red team this way. Here we go. Red team this way. Blue team this way. Here we go. Let's go. Here we go. Go, go, Sam. Thank you.
Наши команды всего лишь 2 человека на замене, у них 5. Поэтому наши очень быстро устают. И нет замены. Они просто тянут сейчас резину.
все. Это не защита, да? После свистка был. Шанс есть, но маленький. Peter. Polina says, I enjoy singing in
your school choir. I love it so much. I am so glad I can worship our God with the choir. Can you guess what her favorite subject is? Choir. Paulina attends City Bible Church, and her favorite verse is Psalms 18:2. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Что он там полез уже. Так, тут вот все фотографируются в этой арке. Извиняюсь. Ничего. Ты очень хорошо в кадре смотришь. Так, ну что, кажется, мероприятие закончено. Выбрали царя и царицу этого праздника, этого года. Они каждый год, видно, такое мероприятие. Вот он, Филипп наш. Где-то там Полина была. Сейчас мы ее найдем тоже. В общем, вот такое мероприятие. Надеюсь, что Семен там записал вам весь этот процесс, потому что я был занят. Всем спасибо за то, что были с нами. А вот она, принцесса. Ну что расскажешь? Обниматься давай будем? Да. Поздравляем тебя. Правда, не знаю, с чем поздравлять тебя. Я тоже. Ты тоже не знаешь? Это для вас. Вот, правильно. Вовремя, а то я совсем забыл про них. Ну, а я не забыл. Ты молодец. Так, ну что, план какой на завтра у нас? Давай, во-первых, сфотографируемся с тобой, да, а? Да. Давай. Да.